Ребят, привет! В Гудауре, Грузия. Анатолий. Только что там у нас ведет? Что за аппетити? Ага, снимай. Хорошо. В Гудауре, Грузия, Анатолий. Еще раз. Ермек. Ермек. Казахстан. Из Казахстана. Казахстана, привет. Восточный Казахстан. Замечательно. Вот. Взлетаем, в общем. 2310 метров над уровнем. Скажешь, как можно показать назад? Да. Когда скажу, идем назад. Я имею в виду там внизу прям. И в смысле имеет в виду гнезда. Да.
слышно в камере, да? Звук слышно в камере, очень да? Хорошо. Скажи, что? В этой камере слышно звук. Грамотно, камера очень грамотно. Я еще вот этот чехол делал, видишь? Да, вот сейчас пролетаем над памятником дружбы. Да, памятник народа. Там дружба народов, вон туристы внизу, видите, высота какая. Вообще, по идее, ну, страшновато. Страшновато? Да. Нет, вообще, говорю, страшновато, короче. Должно быть. Должно, да. Ну, мы как бы стараемся. Почему? Потому что мы же штаны носим. И надо не опозорить Казахстан перед друзьями, перед сыновьями. А так высота, да, страшноватенько, да. Тебе же 5 минут хватает? Можешь потихоньку идти на посадку, говорю. Что-что? На посадочку, да, а что? Ты уже хочешь? Да что, хватит? Да ладно, перестаньте. Да, ну ты что? Ничего, не летаем толком. Да ты что? Я тебя тут планировал в облако затянуть. Не-не-не-не-не. Антон, не надо. Смотри сам. Я только... Если ты хочешь, я на посадку пойду. Уверен? Нет, потихонечку. Хорошо, потихоньку. Сейчас наберу высоту и дерну. Это ощущение, это я получил классное вообще, без крика, без этого, да. Как говорят же, я три планы построил, сейчас туда-туда-туда уже сидел в голове там. Начинаем Айдос, двигаться. Племянник вот у меня любитель экстрима. Я говорю, вот посмотри на дядьку экстрима. Дядька твой вот экстрим делает, видишь, он с парашюта прыгал. Башни здесь всякой руки. Честно скажу, а? Первый раз я, ну, блин, мне так понравилось. Видишь, это надо фанатом высоты, правильно, вот как ты, да? Вот, фанатом коньков. Всем друзьям с Казахстана, всем родственникам, кентам, салам алейкум. Мы на высоте 2500. Казбек. За мной грамотный инструктор с Украины. Отец мне его хорошо понравился. Он мне хорошие вещи сказал. А вот сейчас вот мы летим, видите? Вот. Грамотный. Вид вообще обалденный. Я...